Ты идешь по улице и ничего не подозреваешь. Ты ложишься спать и не знаешь, что произойдет. Не пытайся бежать, не зови на помощь. Ты псих. Может, я и псих, но ты не должна нарушать правила. Все-таки ты найдешь выход. Тише, девочка, успокойся. Потому что будешь бороться. Ее нашли дети, они ловили рыбу за городом. Теперь нужно будет спасти тех, кто еще жив. Это сделает он. Хотя никогда раньше не ловил маньяков. Но для этого тебе придется стать приманкой. Я нарушила твои правила, так что обвиняй меня. Первый фильм про серийного убийцу, где женщина не смирилась с ролью жертвы. Эшли Джад, Морган Фриман, «Целуя девушек». Сегодня в 15:00. Большое кино на ТНТ.